нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Да здравствуй, да здравствуй. Блевать меня тянет от сегодняшней жратвы. Встреча с Йеннифер оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия, и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер, Геральт отправился на поиски Цири. Зеге на тебе. Гарем вообще. Какая? А
Хайль Херзер. А? Лек. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Велену. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград.
Эй, что ты вытворяешь? Веди себя прилично, хулиган. Ты меня подпоить хочешь? Если бы я хотел тебя подпоить. Я знаю, как спасти Лютика. Но сперва надо найти Дуду. Сначала скажи, что ты придумал. Наш Доплер воплотится в Менге и отдаст приказ перевести Лютика в Оксенфу. Тогда у нас появится шанс его отбить. Гениально! Но как ты собираешься искать Дуду? Ты с ним дружила. Знаешь, где он может скрываться? Доплеры скрываются не где-то, а в виде кого-то. Обычно, когда у него были трудности, он пропадал, а на следующий день появлялся в другом обличии. Но в тот раз он не вернулся. Ты давно знаешь Дуду? Это странно прозвучит, но я не уверен. Похоже, он крутился вокруг меня долгое время, под разными обличиями. Пытался привлечь мое внимание. Не удивлен. Спасибо. Я ничего не понимала до тех пор, пока он не решил поставить на карту все и не прикинулся Лютиком. А как ты поняла, что это не Лютик? Дуду не умеет петь? Нет, он просто не говорил все время о себе. Нужно как-то убедить Дуду выйти из укрытия. Может, удастся оставить для него весточку у друзей или у людей, которым он доверяет? Сомневаюсь, что Дуду дружил с кем-то, кроме Лютика и труппы Ирен Ренар. Он целыми днями торчал на сцене или в зрительном зале. То есть он любит бывать в театре? Да. Собственно, я удивлена, что он не пришел к нам. Он вполне мог рассчитывать на помощь Лис. Если актеры готовы помочь... Конечно. Достаточно упомянуть Дуду. Ирен и ее труппа очень ему обязаны. Как Дуду сдружился с актерами? Это я их познакомила. У нас была премьера, а Максим лежал в гардеробе пьяный, как пингвин. Так что я сразу подумала о Дуду. Трудно представить себе лучшего дублера, чем Доплер. И Дуду так просто признался, кто он? Сначала я не хотела никому говорить. Но Дуду и Ирен сразу пришлись друг другу по душе, и ему так понравилось в театре... Что он начал с вами выступать. Да. А теперь Ирен мучает совесть, что мы позволили ему рисковать. Можно попробовать воспользоваться представлением. Если вплести в сюжет пьесы сообщение для Дуду, возможно, мы выманим его из укрытия. Замысел неплох. Только парой строф тут не обойдешься. Кроме того, ты и правда думаешь, что Дуду сейчас убивает время, посещая представления, которые знает наизусть? Так что ты предлагаешь? Мы должны написать целую пьесу. Что-то новое, громкое. То, что сразу привлечет внимание Дуду. Важнее всего – хорошее название. Об этом должен весь город говорить. Если хочешь, можем приняться за работу прямо сейчас. Не знаю, гожусь ли я в драматургии. Может, займешься этим сама? Будет быстрее, если ты мне поможешь. Вот увидишь, это очень забавно. Можно приступать к пьесе. Есть мысли насчет сюжета? Ну, собственно... Самое важное – передать Дуду, что ты защитишь его от ублюдка. И что мы хотим спасти Лютика. Послание должно быть ясным, но его надо вплести в повествование, а значит, нам понадобится соответствующая сценическая структура. Понимаешь? Да, все ясно. Теперь найдем соответствующую форму выражения. Нужна современная увлекательная история. Может, о повестских кондотьерах? О, знаю. Лоренцо Моула. Прекрасный, но безжалостный разбойник. И Доплер, который обвел его вокруг пальца. Теперь Доплер должен скрываться и может рассчитывать только на помощь друга, ведьмака, который, в свою очередь, готов на все, чтобы спасти свою дочь. Нет, возлюбленную. Как тебе?
Может, подумаем еще? Это как-то слишком... Слишком современно? Верно. Погоди, дай подумать. Есть! Мы поставим историю о еже из Эренвальда. Тайное венчание, проклятие, жестокая королева, часы бьют полночь. Но... И все видят его лицо. Чудовище хочет похитить княжну Паветту. Его велят казнить, но тут появляется ведьмак. И все кончается хорошо. Так, решено, да? Ты хотел что-то сказать? Ты мне дашь вставить слово? Или ты сама уже все решила? О чем ты? В этом и заключается творческая работа. Мы обмениваемся мнениями, из которых потом выбираем лучшее. То есть твое? Ну, в конце концов, я лучше разбираюсь в театре. Ну, ты, конечно, тоже принимаешь участие в творческом процессе. Лютик тебе потом объяснит. Мы должны придумать хорошее название. Это даже важнее, чем сама история. У меня уже есть несколько мыслей. Может, ты выберешь что-нибудь? И ты правда учтешь мое мнение? Конечно. Мы же соавторы. Я просто руковожу. Пока у меня две мысли. Избавление Доплера и заменник спасенный или триумф ведьмака. Что тебе больше нравится? Пусть будет избавление Доплера. Так короче, а значит проще запомнить. Есть только одна проблема. В истории о Паветте и заколдованном еже нет Доплеров. Не страшно. Заменим ежа на Доплера и все получится. Главное передать мысль. Ведьмак приезжает и спасает Доплера, ясно? Хорошо. Это будет комедия? Я, собственно, думала о драме. Но если ты хочешь что-нибудь полегче, решай, я начну писать. Пусть будет комедия. Хорошо, в таком случае я берусь за работу. А ты сядь где-нибудь в углу, почитай или там подумай, ладно? Хорошо. Эй, Геральт, какая рифма к слову «ведьмака»? Ха. Окорока? Молчи дальше. Все. Будь у нас больше времени, я бы сделала из этого маленький шедевр. Но... Но времени у нас нет. Главное передать сообщение для Дуду. Сообщение? Я думал, ты вставишь в текст что-нибудь вроде «Приходи в зимородок» или... Но это совершенно не подходит к характеру моей пьесы. Ты же написала ее специально для того, чтобы выйти на связь с Дуду. Ну хорошо, вот как ты себе это представляешь? Понятия не имею. Мы узнаем его по шраму. Или будем импровизировать. Сперва отнеси текст мадам Ирен. Знаешь, где ее искать? Ее труппа выступает в переулке мясников. Потом присоединяйся к нам. Былай. Пошел. Билет купи. Там культура, а не что вы каждый храм за так заходите. Здесь выступает труппа мадам Ирен. Ну да. Только для входа нужен билет. Представление-то пока не началось. Актеры просто так что-то там повторяют. Но и на это дело тоже поглядеть любопытно. Так что, дать билет? Ты же сам сказал, представления нет. Ну, билетик-то ты купить можешь? Так как? Один? Да, один. Держи. Только не мозолим глаза. На этих репетициях актеры жутко стесняются. Почти получилось, но... Какой собия! Что теперь-то не так? Сама не знаю. Просто надо больше огня.
злой белины он яд мне в ухо влил. Он безоружного во сне убил, паршивец. Да, отлично. Этого я и ждала. Теперь же носит он его хорошо. Клянусь, сегодня ночью же умрет подлец нечистый. Пойдем, родной, здесь скоро будет стража. Так мсти, мой сын, и помни обо мне. И теперь я исчезаю, да? Нет, беда, нет, нет. Беда этих бедолаг, что с Велины бежали. Почти получилось, но... Ну, что теперь-то не знаешь так? Балладу про Ванду? Что не... Мадам Рен, мы можем поговорить? Геральт из Ривии. Лютик столько нам о тебе рассказывал. Он с тобой? Нет, но надеюсь, что он тут скоро появится. Я по поводу Дуду. Пойдем поговорим в мою квартиру в задней части театра. Там никто не будет нам мешать. Чем я могу тебе помочь? Дуду и Лютик давно у нас не показывались. У Лютика неприятности. Об этом я догадывалась. Вопрос, насколько серьезные. Увел чью-то жену и теперь должен скрываться? Сочинил обидные куплеты про жрецов вечного огня? Хуже. Я попробую вытащить его из этой истории, но сперва мне нужно связаться с Дуду. Но ведь он тоже пропал. У меня есть идея, как его сюда заманить, но для этого мне понадобится ваша помощь. Я могу на вас рассчитывать? Конечно. Но что мы можем сделать? Я хотел бы поставить театральную пьесу. Такую, чтобы народ к вам в театр валом валил. А, ты хочешь, чтобы Дуду прослышал о представлении? То есть нужна совершенно новая пьеса. И кто ее напишет? Присцилла. Пьеса уже готова. Это история о ведьмаке, который спасает Доплера. Звучит недурно. Я с удовольствием посмотрю текст, но сперва надо подумать о том, как собрать зрителей, и о какой-нибудь охране. Ты займешься этим? Как бы нам собрать зрителей? Если мы хотим, чтобы о пьесе услышал весь город, нужно поговорить с кайрами. А что за кайры? Это группа уличных артистов. Если они возьмутся за дело, о нашем представлении узнают даже мидии в порту. Где мне их искать? Когда-то они снимали квартиру в Обрезках, в каменном доме рядом с парком. Но не знаю, там ли они еще. В последнее время их что-то редко видно. Может, они отошли от дел? Я все узнаю. Спектакль о Доплерах может не всем понравиться. Но чтобы сразу вот так нанимать охрану? Я не знаю, часто ли ты бываешь на представлениях, но в Новиграде публика считается особенно сложной. Гнилые яблоки, помидоры, яйца. Скорее, топоры, тесаки и кирпичи. Ну хорошо. Вы знаете кого-нибудь подходящего? Может, поискать в доках? Там всегда найдется пара таких, что за несколько крон возьмутся за любую работу. Спасибо за помощь. Я вернусь, когда найму охрану. До свидания. Гляди, что такая уродина. Один раз так набрался. Что? Как же было дело с Фольтестом?
Хорошая схватка. Неплохая работа ног. Ты со мной пришел силой мериться или с гам? Ведьмак против бестии из Метины. Инстинкт убийцы против первобытного безумия. А вы действительно нильфгаардцы? Мы, сука, с Метины, не с Нильфгаард. Скормлены дикими псами на равнинах Магдеира. Кровные братья с грязных арен Метины. Кто отважится выйти против дикарей с юга? Кто посмотрит в глаза бестия? Я хочу нанять вас в охрану. Мы ставим театральное представление. Мы должны херачиться на сцене? Вы должны следить, чтобы никто не нахерачился у сцены. Это ты не по адресу. Нам бы где подраться? Может, побьемся об заклад? Если я одолею Гала, вы пойдете работать на меня. За даром. Видишь ли, Гал не в восторге от театра. Сердечные дела. Опустим детали. Чтобы его убедить, надо что-то разыграть. Будешь драться с нами двумя одновременно. Поединок столетия. Ведьмак против двухглавого дракона из Метины. А если проиграю? Так, конечно, проиграл. Тогда заплатишь вдвойне, но мы будем на тебя работать. Хорошо. Я могу помериться силой с вами двумя сразу. Сначала деньги. Проиграешь, они останутся у меня. Двойная ставка. Как ты и говорил. Если выиграю, она возвращается ко мне. Грести таких прекрасных звездюлей, это ведь не часто бывает, ага? Онемел. Но по роже видно, что ему понравилось. Пора передохнуть. Можем пойти поохранять, что там тебе надо. Даром. Ага. Бери назад свои деньги. И не боись. Мы придем вовремя. Сделаем все в лучшем виде. Есть что сказать напоследок? Мамочки! Умри, косел! Еще можно сдаться. Хочешь?
что-нибудь особенное. Пожалеете. Страдаю от бедности. Доплеру место на костре! И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковылял по своим делам. Люди, пожалеете. Красивая мелодия, только ужасно грустная. Значит, она передает мое настроение. Чего ты здесь ищешь? Я ищу Каэр. Это вы? Нечем нам платить. Оставь нас в покое. Это какая-то ошибка. Простите, я думала, домовладелец нанял нового бандюгу, чтобы содрать с нас денег. Нового бандюгу? Большое спасибо. Прости, ты грозно выглядишь, а у нас в последнее время одни неприятности. Ниса в последнее время вся на нервах. Да у нас у всех. Эх. Не нужно мне от вас никаких денег. Наоборот, я сам готов заплатить. Если вы согласитесь зазывать народ на новую пьесу «Мадам Ирен». Ох, боюсь, это невозможно. С тех пор, как мы стали петь балладу о жреце Хемельфарте, у которого на уме только шлюхи и жратва, к нам прицепилась банда Толстого. Это кто такие? Обычные разбойники на службе церкви. Теперь полно таких. Они угрожали Нисе. Говорили, что отрежут ее острые уши. Не дают нам выступать. Прогоняют зевак, ломают инструменты. А последнее время постоянно караулят у нашего дома. Мы уже не знаем, что делать. Они только угрожали? Пока да. Но это вопрос времени. Ниса слышала, как они говорили о поджоге. Ну хорошо, а вы поможете мне с пьесой, если я отвожу от вас Толстого и его дружков? Конечно, но это будет нелегко. С ними не сговоришься. Я и не собирался с ними разговаривать. Отобьем ему шейки. Ну и в кошеле у него может что завалялось. А, вот и вы. Эй, толстый, глянь-ка. Сдается мне у него кошачьи глаза. Ну точно. Видать, мать его, коты на крыше драли. Ты чего потерял в городе вечного огня, паршивец? Оставьте музыкантов в покое. Это те гниды, что оскорбили иерарха Хемельфарта. Бабником его обозвали. Да я скорее в священный огонь носу. Пусть только спустятся, поэты недотраханные. Я им эти флейты в жопу засуну, богохульникам. А уж тогда что не пернут, сразу новая мелодия. Оставьте музыкантов в покое. Да, оставим в покое. Что за хрень? Черная магия! Колдун ебучий! Сдохни! Дал ты им прикурить! Здорово! Раз, два! Через спину и по башке! Наконец-то я смогу выйти из дома без капюшона. Спасибо.
Большое-большое спасибо. Да что ты, не за что. Ну как же, я хорошо помню, что мы обещали за помощь. Будем расхваливать пьесу Ирен, пока не охрипнем. Сколько вы за это хотите? Ничего. Ты помог нам, а теперь мы поможем тебе. Вот увидишь, мы полгорода в театр загоним. Так, быстро собираемся и на улицу. До встречи. Давайте выпьем, оно ж стемнеет. Дай медяшку. Эльфская кровь. Дайте жить спокойно. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно. А вот и ты. Мне удалось нанять охранников. Отлично. Одним вопросом меньше. Я хотел обсудить текст пьесы. Совсем неплохо написано. А мне нравится. Ради Дуду я была готова рискнуть репутацией театра. А теперь вижу, что это может быть действительно интересно. Я даже знаю, кому дать роли слуги, ведьмака и королевы. Надо еще подумать про князя и княжну. Вы хорошо зарабатываете на представлениях? По-разному бывает. Если угадаешь момент, публика едва вмещается на площади. А иногда весь заработок — горсть медиков. Разумеется, ты тоже получишь гонорар. В конце концов, сейчас ты часть труппы. Спасибо. Кого вы видите в роли князя Доплера? Безопаснее было бы взять Абеляра Ризе. Он в нашей труппе давно, работает безупречно, но толпу не заведет. А другой вариант? Максим Болье. Это великолепный актер. И публика его обожает. Но, к сожалению, никогда не знаешь, придет ли он на представление трезвым. Да и придет ли вообще. Возьмем этого Абеляра. Лучше солидный ремесленник, чем непредсказуемый талант. Ты прав. Вся затея и без Максима достаточно рискованная. Подумаем про роль княжны. Роль маленькая, но очень важная. Кто бы мог ее сыграть? Присцилла. Вполне очевидный выбор. Она молода и красива. Правда, у меня сценический опыт больше. Пусть играет Присцилла.
Не обижайтесь, но большинство людей... обращает на внешность больше внимания, чем на способности. Понимаю. Я дам ей знать. Уверена, она справится. Кто сыграет ведьмака? Один любитель. Я с ним еще не работала. Но я уверена, что с этой ролью он справится на отлично. Он в труппе недавно? В каком-то смысле. Не притворяйся, будто не знаешь, что речь идет о тебе. Хорошая мысль. Не думаю, что мне удастся зажечь публику, но самое важное, чтобы Дуду меня увидел. Но ты же будешь стараться? Ты хотя бы выучишь текст? Разумеется. Так, роли мы распределили. Похоже на то. Ну что, готов выйти на подмостки? Я просмотрел текст по дороге, просто из интереса. Так что можно начинать хоть сейчас. Тогда не будем терять времени. Идем на сцену. Золтан, что ты тут делаешь? Я слыхал от Присциллы, что вы собрались ставить пьесу. И ты сыграешь главную роль. Не главную. Я и подумал, нельзя же такое пропустить. Скажи, тебя оденут в рейтузы? Пойдем, Геральт. Тебе нужно собраться перед выступлением. Удачи! Дамы и господа, достойные обыватели священного города Новиграда, приглашаем на блестящую комедию под названием «Избавление Доплера». В ролях ведьмак Геральт в роли самого себя, Катарина в роли королевы, Лео Рибе в роли подлого слуги. В роли князя выступит ветеран новиградской сцены Абелар Ризе. В роли княжны вы увидите очаровательную девушку-министреля, обладательницу соловьиного голоса Присциллу. Королева, укротитель чудовищ, которого ты призвала, ждет в коридоре. Пригласи его. Для куражу винишко глотну я слегка. Ведьмак, о поддержке молю в деликатнейшем деле. Знаю, монстр покусится на наше веселье. Отсеки же главу, ты у чудища злого, а награду я дам на подушках пуховых. Избавлять от чудовищ — моя жизнь и работа. Я ее и за даром исполню с охотой. Он крючок заглотил, план удался отлично. Коль жених на балу поменяет обличье, тут ведьмак и пронзит чудо-юдо, как спицей. Да и гости другие с ним станут биться. Ах, только жаль мне дитя. Будет плакать девица, но не брать же мне монстров зятья, чтоб срамиться. Нас призвал сюда повод, достойный волнения. На помолвку княжны всяк идет без сомнения. А про чудовище ни слуху, ни духу. Может, он среди гостей и сейчас меня слышит? Любимая!
Долго скрывали мы наши пламенные чувства. Месяцами таили мы страсть и томление. Так довольно секретов. Вот тебе предложение. Сейчас признаюсь в любви и паду на колени. Я согласна, любимый. Согласна. Внимание! Чин велит молодым, чтоб бокалы поднять им, или счастье их древним омрачится проклятьем. Измена! Не вина, а воды с серебром мне подали. Вот таким существом вы меня не видали. Люди, он не князь. Это Доплер принял его облик. Вот так пара. Княжна и полиморфная особь. Это монстр, о котором тебе я сказала. Бей его, и пусть кровь обогрит эту залу. Монстр он или нет? Я люблю его страстно. Прочь, клинки! Не пугайтесь Доплера напрасно. Он существом был всегда безопасным. Помните, делает монстром не облик, а злой характер, как у этого слуги. Прав, ведьмак. То подлого слуги наветы. Меня сбили с пути его злые советы. Человек ли мой зять или Доплер, неважно. Любит дочь моя искренне, сердцем отважным. Мораль истории любой из вас постиг. Не тот чудовище, кто с виду многолик. Ведьмак, каждый Доплер тебе будет другом. А тюремный подвал домом всем подлым слугам. Стража! Позовите стражу! Пусть заберет отсюда этого изменника! Эй, вы! Слышали, что княжна приказала? Господин мой, давайте на сцену! Закуйте изменника в кандалы! Не бойся. Все потом жили долго и счастливо. Скоро Доплер с княжной и свадьбу сыграли, из тюрьмы и слугу к ним на пир отпускали. Доплером место в костре! Сжечь всех на костер! Да успокойся ты! Не видишь? Тут шутки шутят. В комедии даже и Гуль мог бы князем стать. Не переживай, сука. Геральт, как ты меня распознал? Привет, Дуду. Я слышал, ублюдок оставил тебе отметину на память. Значит, ты обо всем знаешь? Ты встретил Цири? Нет, мы пока ее ищем. А, Геральт, как все вышло-то? Давно уже я так не смеялся. Расскажу ребятам, они же не поверят. Ты можешь мне объяснить, как вам с Лютиком удалось перейти дорогу одновременно Ройвину, ублюдку и храмовой страже? Все пошло не совсем так, как мы задумывали. Почему ты не связался ни с Присциллой, ни с актерами? Я был в театре несколько раз в разном обличии, но так и не отважился. Не хотел их подставлять.
Но когда услышал про новую пьесу, то подумал, что это шанс узнать, что с Лютиком и Цири. Я знаю, что Цири вернулась за тобой к ублюдку. Как ты выбрался? Я побежал было за ней, но, наверное, я б ей только мешал. Она крикнула, чтобы я сменил облик и исчез. Я их искал потом, Цири и Лютика, но они словно испарились. Я перепугался, каждый день принимал новый облик. Я подумывал, не принять ли мне облик Цири, чтобы обмануть тех, кто ее искал, но... Погоди ты, чудак. Геральт, ты когда последний раз видел Цирилу, а? Давно? Давно. Я тоже. Теперь-то она уже во взрослую деваху выросла. Дуду, обратись-ка в нее на минуточку. Геральт? Превратись в нее. Все? Я странновато себя чувствую, когда вы на меня так таращитесь. Все, хватит. Это была плохая идея. Ты же не сердишься на меня, а, Геральт? Нет. Ну, мне сразу полегчало. А что с Лютиком? Нашли вы его? Его схватили охотники за колдуньями, но у нас есть и хорошие новости. Менге нет в живых. Хорошо. Наконец, хоть кто-то его прикончил. Хотя на его место придет такой же, если не хуже. Не обязательно. Нутром чую, что это может быть вполне порядочный господин. О чем это он? С твоей помощью мы можем освободить Лютика. И что я должен сделать? Прикинуться Менге и отдать приказ перевести Лютика в Оксенфурт. А потом мы устроим засаду во враге и отобьем его. Погоди минуточку. Как же я стану Менге? Я даже не знаю, где держат Лютика. Никто не знает, что Менге нет в живых, поэтому не бойся, что тебя раскроют. Никто не знает, кроме вас. А ты не имеешь отношения к пожару в казармах охотников? Скажем так, я был рядом. Жалко, я этого не видел. Лютика держат на Храмовом острове. Придется тебе самому узнать, где именно. А если это покажется подозрительным, и они начнут меня расспрашивать? Бьюсь об заклад, что никто и никогда не станет докучать предводителю охотников. Кроме того, ты же Доплер. Да еще и актер в придачу. Ты в любой ситуации справишься. Если станет горячо, просто зайди за угол и обратись в сисястую бабу или, ну, я не знаю, в галку там. Ясно. Спасибо. Ты справишься. Все думают, что Менге исчез, а значит, ты можешь рассказать им любую красивую сказочку. Мои ребята устроят засаду во враге. Геральт присоединится к нам, и будем ждать твоего сигнала. Как я в виде Менге с вами свяжусь и скажу, когда конвой отправляется? Ты наверняка что-нибудь придумаешь. Ну что, все ясно? Так, Дуду, двигай на Храмовый остров. Я соберу ребят и буду ждать тебя, Геральт. Помощь нам не помешает. Я попробую поговорить с Дикстрой. Если он будет в хорошем настроении, есть шанс, что он одолжит нам своих людей. Мы с ребятами и сами управимся. Но если уж ты так стосковался по Сиге... Это он от меня без ума. Он сам так сказал. Погодите-ка, а что потом? Вы же не ждете, что я останусь на этой должности, как Ля-Шарель. Буду сидеть себе и только время от времени сжечь кого-нибудь для отвода глаз. Нет, мы ждем, что после всего ты придешь в Шалфей и Розмарин, где мы все и встретимся. И нажремся, как дикие барсуки. Ну что, идет? Тогда за работу. А ты молодец. Ни единой ошибки. А как вам вообще представление?
Публика, кажется, не все поняла, но это нормально. Благодаря Кайрам пришло действительно много зрителей. Это очень здорово. Хорошо, что ты выбрал Абеляра на роль князя. Максим наверняка забыл бы о премьере или пришел бы в стельку пьяный. Вот, прошу, твой гонорар. Должна сказать, твоя манера игры такая минималистичная. Ты учился где-нибудь в студии? Я учился в Кайр Морхене. Минимум выразительных средств, максимум эффективности. Спасибо за гонорар. Удачи. Геральт! До свидания. От шторма еще уйти можно, а пиратов со Скеллиге нет. Истина такова, что мы уже бедный ревиец, честью богат. Так? И что же случилось с этим целителем? Я шел себе, ковылял по своим... Пошла! Порядок, есть порядок, вот! А мой ухер, как пионер! У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Ты тут давеча говорил, что у тебя ко мне слабость. Так вот, есть одно дело. О, Геральт, вот так начало. И чего ты хочешь? Я должен устроить засаду, и мне потребуется несколько твоих людей в помощь. Засаду? На кого? Дай мне таких людей, которые выживут в бою и смогут тебе об этом рассказать. Люблю я тебя, Геральт. И поэтому дам тебе аж троих моих лучших людей. Мне бы лучше что-нибудь на 12. 12. Сколько ты думаешь у меня самых лучших людей? Больше 3. Будет тебе 12, если я узнаю, что ты задумал. Я должен напасть на конвой храмовой стражи. А у тебя случайно нет ко мне каких-нибудь других просьб? Вот просто загляни в себя и скажи мне, а? Ты правда можешь дать мне только 3? Если ты собрался вмешиваться в дела Вечного Огня, я тебе даже столько не дам. Значит, ты мне не поможешь. Значит, в указанное место придут 6, которые не имеют ко мне абсолютно никакого отношения. Ясно? Ясно. Спасибо.
Вперед, плотва! Вижу, все готово. Точно. Как только они покажутся, перережем им путь, хоть бы они целый отряд вызвали. Знаешь, я вообще думаю, хороший это план. Я охотно тебе помогу. И не то, чтобы мне не хотелось намолотить этих долбочестивцев хоть сколько. Просто я не понимаю, почему, раз уж у нас был Доплер, мы ему не велели просто освободить людей. Это было бы слишком подозрительно. Менги исчезает, а потом возвращается со шрамом на лице и приказывает освободить Лютика. Ну, может, ты и прав. Присцилла? Что ты здесь делаешь? Какой-то мальчишка принес записку от Дуду. Конвой отправится на рассвете. Можно я останусь с вами? Я не могу дома сидеть. Я так за Лютика беспокоюсь. Не боись, отобьем твоего хахаля. С нами лучше не балуй, лишь бы цел остался... Ох, сука, я бы в рифму сказал, Геральт. Да предами не положено. Возвращайся в город. Пожалуйста, я же не буду вам мешать. Ох, Геральт, оставь ты ее в покое. Уступи ей. Видишь, как она смотрит. Как мой Бобик, когда у него был заворот кишок. Ладно, пусть остается. Но при одном условии. Да, знаю. Когда начнется бой, буду держаться подальше. Пока еще ничего не началось. Мы тут еще долго можем сидеть, дождать. Тогда сыграем в гвинт? Да, сыграем. Mm-hmm.